С виду работы изящные и качественные. Сам процесс их создания не из легких. На одно изделие уходит от одного дня до нескольких недель. У каждого мастера свой почерк. Автора всегда можно узнать по резьбе, углу среза и росписи. В качестве материала идеальный вариант – липа. Она пластична. Работа должна приносить удовольствие, уверен мастер Александр. Когда режешь дерево – это удовольствие. Это просто дерево тебе само подсказывает, как резать, на какую глубину, как его декорировать, тектоника и все прочее. На выставке представлены фото Жигулевской фабрики художественных изделий. С середины прошлого века она выпускала деревянную посуду, сувениры и аксессуары. Сейчас специализируется на кружках, панно и разделочных досках. Используется геометрическая и контурная резьба. Ну, на самом деле, конечно, впечатляют такие работы, когда люди вкладывают свою душу в изделие, в дерево в данном случае. В конце 19 века украшения из дерева были очень популярны. Бусы, сережки, застежки. И, как говорят эксперты, за каждым изделием скрывается целая история. В этих орнаментах, в этих формах, в них так много заложено смыслов, и экономических, если хотите, и научных, и краеведческих, что мы просто не вправе об этом забывать и к этому относиться легкомысленно. Выставка продлится до 5 ноября. Время работы с 10 утра до 8 вечера. Вход свободный. Даниил Лычко, Сергей Баскин. События.